Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Вот сегодня осваиваем краски. Взяла в детском мире вот такие акварель. То ли 69, то ли 79. Вообще, альбом взяла за копейки вообще. Красивый такой альбом. Не-не-не. Тоже 28. София, ты сначала макай, а потом цвет бери. Вода. Вода, фиолетовый, да. Вот так. А покажи, что ты нарисовала на той страничке. Так красиво. Покажи. Вот это. Что-то такое, да? Интересное. На рыбу похоже. Это дом. Это дом? Ну, пусть будет дом. Так интересно рисует. Нет, ты... А, фиолетовый. Вот. Тут вот, ну, обычные вообще краски. Вот интересно, чем они смываются. Вот с поверхностей. Если кто знает, напишите вот краски просто водой. Я вот смотрю, что руки у нее как-то не смываются. Как красиво. Тебе альбома не хватит. Давай другую страницу. Давай это. Водичку намочи. Водичку. Окуни кисточку. Ага, воду. Вот. Оранжевый ей все нравится, потому что он уже скоро закончится. Ну, пусть рисует. Сколько? На месяц этих красок. Медовая акварель. Интересно, у нас таких не было. Кря-кря, да. Какая? Лицо даже уже оранжевое. Но. Какая? Кря-кря. Давай рисуй, я покажу, как у нас там с погодкой. Цветы мамины уже 100 раз показывала. Тут стирали. Тучи, но вроде как не будет дождя. Но у меня голова болит. Мало как-то у нас мама. Ну, даже если будет дождь, пусть будет. Потому что такая жара тут стояла. Я что-то решила сегодня влог снимать. Завтра продолжу. Так я редко снимаю. Стала реже намного снимать. Вот. На следующей неделе поедем к психиатру-психолог. Вот. Софии надо к дерматологу записаться. У нее вот ножки пахнут. Ну, так что... Что она говорит, что грибок, скорее всего. Не знаю. Ну да, она в этих закрытых ботинках ходит. Может, из-за этого пахнет. В босоножках-то она не ходит. Вчера была в босоножках, но все равно пахли. Вот не знаю, да. И все, и мне надо записываться уже, потому что с ней уже находилась по этим врачам. Так. Мне тоже надо бы походить. Ну что ты тут делаешь? Нету больше листиков? Да, конечно, есть куча листов. Ладно, пока закроюсь, чтобы много. Что не это? Так давай я тебе открою. Зачем ты кидаешь-то? Вот здесь можешь рисовать. На Барби нельзя рисовать. Нет, ты намочи. Ладно, включу кожу, пусть она тут рисует. Художница моя, да? Сегодня уже вообще другой день. Не знаю какой. Какой я день снимала в этот в субботу. Без колготочек. Вот мы ей купили такие босоножки красивые. Только их надо протереть. Ну такие они симпатичные. Все на липучечках. Да, Совка? Платье надела это. С Турции платьев набрала, так они все маленькие становятся. Но вот. Она хотела все красное, красное. Ну вот, нашла себе красное. Но у нее есть еще одно красное платье. Мне подружка еще подарила давно. А так, конечно, сложно ей платье напиливать. Вот. Так что гуляем тут на площадке с Совкой. Жара такая. Вообще нереал. Входим тут. Тут так зелено у нас. Это получается. Это мы не у нашего дома гуляем. Женщина все что-то бьет, идет так долго по площадке. Ай, когда я что-то говорю, не люблю, когда кто-то идет там сзади, что-то бурчит. Ну, просто хочется говорить, чтобы никого не было. Вот. Обычно тут никого нету, тут бывает, люди проходят очень редко. О, обезьяна, да? Обезьянка-спортсменка. Мне нравится это место, он такой зеленый, ну, зеленое. А тут вот уже ЖД-техникум, который брат мой учится. Он такой вот длинный просто. Видите, сколько зелени. Тут травы очень много, ее не
не косят. Я смотрю, что во дворах здесь вообще как бы особо не ухаживают за зеленью. Качельки тут, не знаю, розочки. Решила поснимать. Завтра мы поедем последнего врача пройдем. А, это шиповник. О, клево, так вкусно пахнет. Вообще суперски. Поедем это к психологу-психиатр. Вот. Я терапевту говорю, да что ж такое? Вы что, издеваетесь? Я уже говорила в другом влоге. Мама! Ты сама будешь? Хорошо. У тебя вон трусики видны. Ой. Я уже показывала много раз эту площадочку. Вот, так что гуляем. Не, не снимай, не надо. Так они постоянно сов будут попадать. Сейчас чуть-чуть погуляем, пойдем домой. Вот, наверное, завтра продолжу влог, потому что вчера ничего не снимали. Ой, что-то нигде. Вот в основном тут на улице гуляем. И все. Вот. А так хоть из несколько дней такой влог получается. А летом вообще ничего не хочется снимать. Тут хочется отдыхать. Даже порядки не хочется наводить, представляете? Вот, ладно, заканчиваю. Это у меня опять села батарея. Включусь попозже. Вот. Так что давайте. Хорошего настроения. Вот, смотрите, уже... Здесь уже такая... Сходили к психологу, к психиатру. Ну, ничего не сказала. Сказала просто, что, скорее всего, понадобится логопед и все так же. Больше ничего не сказала. Зашли дети. Смотри, я покажу, что ты пошел. Сейчас был бегер на это. Вот, так что все хорошо. Сейчас мы тут посидим. Тоже перекусили. Реально сложно так худеть. Вообще нереально. Софа. Соф. Софа. Софка не похудеет. Она убивает. Юбка грязная, да. Юбку мы постираем и все. А их соседа. Дальше иду, да, про брови. Брови я еще не делала, потому что денег еще пока нету. Я, в общем, взяла у мамы есть тени. Иди сюда, Софа. София, иди сюда. И там есть трафареты, короче. Стала по трафаретам рисовать, потому что я уже устала постоянно рисовать. И, в общем, по трафаретам. Это, кстати, поликлиника это. Интересно, с этой стороны. Ладно, мы пойдем, наверное, прокатимся на троллейбусе. София, пойдем туда на площадку сходим. Вот чуть-чуть поснимаю, может, тут куковку. Пойдем. Заканчивать уже влог. Вот это я хотела тогда пуфик. Тут получается два пуфика. О, вот еще такой. И такой огромный, чтобы их можно было посадить. 682. Внизу такой тоже крутяцкий. 331. Это получается диван. Пуфик. И стол. Тут классно. 431 рубль. Это все у нас в этом, в Роджере. Здесь такие диваны. Так, вот такой красивый. 113 рублей. И причем диван так хорошо. Очень даже хорошо. Тут огромный диван. Вот я сейчас про этот хочу спросить. 525 он стоит. Можно ли по скидочной карте, которая в телефоне. Спрошу.
такие вот диванчики. Тут диван и получается два кресла. И разные расцветочки. Кровать. Кровать 431 рубль. Разве это дорого? Такие вот диваны. Просто тупо диван такой огромный. 532 рубля по скидке. Тут такой вот клевенький диван и два кресла. Но это в другой раз. Так. И вот еще здесь кровать. Тут такая красивая. Вот с маленькой кроваткой. Кроватка для ребеночка. Написано 403 рубля. И тут такая расцветка. Вот такая. Вот. Что такая кровать есть? Это подороже уже, это из дерева, кстати. 367. Опа. Вот это я хочу взять. Вот этот пофиг, наверное, я ее возьму. Вот тут еще пришли. Я их не видела, да, посмотрите, какие красивые. Стол. Диванчик такой вот. Класс. Тут у меня уже из дерева, да, они тут чуть-чуть подороже, хотя нет, цена такая же. Это что у нас? Вот, ну, тоже диваны и такие вот стульчики. Ладно, потихоньку покупать. А это что такое? Вот такие кроватки для пупсиков. Мне очень он понравился, он у нас дождался. Попов. Клево. Я думаю, что ей понравится. И спрашивает, и там. Кстати, дерево. Так. Россия. Непонятно, из чего тут. Что за это? То, что хотел, поэтому выбор вообще огромный. Тут всякие лапы есть разные, куча мало этих барби, но у них много. Я вот шла именно за этим диванчиком, потом надо будет такой диванчик купить. И классно, кстати, да? Все, я уже иду с Роджера, зашла в книжный, купила ей там порезалку и наклейки, тоже такие интересные, развивающие. Любит она, конечно, вырезать что-нибудь, чтобы повырезать, да, наклеить. Ну, чуть-чуть вам вокзала сниму. Мне просто для заставки обязательно надо еще вокзал снять. Тут даже спит. Это как в этих, в Майами там. Не в Майами я смотрела, а в Майами, что очень много бедных спят на лавочках. Все, так что голубые наши елочки. Красивые. Все, пошла я домой. И все, закругляю влог. Увидимся в следующих влогах. И пока-пока.